Последние звонки прозвучали не только для выпускников старшей школы, но и для самых маленьких. Выпускники 4 класса также перешли на новую ступень своего обучения. Для четвероклассников про гимназии номер 24 конец мая такой же особенный, как и для старших школьников. Многие ребята переходят в среднее звено других школ и гимназий. Из стен учебного заведения по традиции выпускаются отличники и хорошисты. Чтобы ребята лучше запомнили этот день, поздравили их не только учителя, родители и младшие выпускники, но и журналисты газеты «Вечерний Мурманск». Главный редактор издания подарил ребятам уникальную книгу по истории областного центра и фотосессию с главными символами газеты. От газеты «Вечерний Мурманск» мы подарили ребятам фотосессию с нашими замечательными рыжими котами, которые являются символом газеты «Вечерний Мурманск». То есть они, дети, вступают уже в более взрослую жизнь, в большую школу, и это им чуть-чуть продлит детство и воспоминания о любимой прогимназии.